гимназии номер 5 вчера из центра санэпиднадзора были переданы 4 эпиднумера, то есть 4 детей, одного 8 Г-класса заболели вирусным менингитом. На основании этого был издан приказ о том, что 8 Г-класс находится на карантине и выведен с сегодняшнего дня на дистанционное обучение. Так как после этого я получила предписание СЭС, в котором сказано, что я должна провести дезинфекцию обоих зданий, то есть провести противоэпидемические мероприятия, и в целях нераспространения инфекции мною принято решение вывести с завтрашнего дня на 10 дней всю школу на дистанционное обучение. Да? Угу. Была информация, что приезжают родители и забирают детей. Насколько у меня такой информации нет. Хорошо. Есть... Ни один родитель через меня не прошел. Какие-то еще версии есть, почему это произошло? Уже распространяется информация о том, что якобы источник заражения кулер. Правда это или нет? Кулеров в школе нет ни одного, в здании старшей школы нет ни одного кулера. Питьевой режим организован в столовой в обеденном зале через питьевой бачок кипяченой водой. Понятно. Дети называют бачок кулером. Дети называют бачок кулером. Пока ничего нельзя сказать, насколько я правильно вас нет, понимаю. Нет, вчера в школе были органы санэпиднадзора, провели все свои мероприятия, брали пробы воды, делали другие какие-то анализы. Пока источник не обнаружен. Вообще, это начало сентября, дети вернулись из разных стран, поэтому откуда они могли привезти вирусный менингит, большой вопрос. Да, и рано пока о чем-то говорить. Конечно. Скажите, пожалуйста, как сегодня у вас учатся первые и вторые смены? В полном объеме? Сегодня учатся в здании начальной школы в полном объеме дети и первая и вторая смена. В здании старшей школы первая смена учится в полном объеме, вторая смена сегодня уже не учится.